Канадой. Сейчас будем входить. Только что был в США, а сейчас уже в Канаде. Вот он, первый канадский. Мы решили не садиться, не совершать посадку в Канаде. Мы решили сделать это на пути из Соединенных Штатов. У нас будет, наверное, больше времени. Мы сможем уделить этой замечательной стране должное внимание. А пока мы пилим через Канаду, через воздушное пространство Канады, в Сиэтл. Город знаменитый двумя вещами, для меня, по крайней мере. Первое – это то, что там делают самолеты Boeing. И второе – это то, что Сиэтл – родина Starbucks. У нас было несколько праздников, несколько событий. Мы пересекли госграницу Республики Беларусь и Российской Федерации с Соединенными Штатами. Раз. Мы пересекли линию перемены дат. Два. Что мы еще пересекли? Границу штата Аляска. Она совпадает с границей. Все равно. Кстати, нейтральные воды. Если бы мы у кого-нибудь просили из американцев, знают ли они, что Соединенные Штаты граничат, имеют общую границу с Республикой Беларусь? Я там некоторым людям задавал вопрос. Единственные люди в Америке, которых мы встретили в районе Аляски, которые знали точно, где находится наша страна, и это навело меня на определенное размышление. Это были армейские пилоты с вертолета. Просто они изучают географию. Блин, я спросил же всех на этом поле, помнишь, я ходил, спрашивал, никто не знает. Между Россией и Польшей они еще понимают, как бы там. Но вот армейцы были первые, кто сказал, Беларусь, то, конечно, знаем. Период был не самый длинный. Летали мы и подлиннее, но он был наполнен вот пересечением границы Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки. Запомнился тем, что у нас некоторые пользователи спрашивали, вы что, проскочили НОМ? Потому что мы пролетели НОМ далеко на восток, а потом развернулись и вернулись обратно. Нет, мы отвечали и отвечаем, что это наша процедура инструментального захода, поскольку под нами была облачность сплошная, мы не могли зайти визуально. И диспетчер нам дал вот такой вот заход. О, это отличный вопрос про топливо. У человека, который не летает в Америке, есть выработанный рефлекс, что топлива нигде нет, его нужно доставить, 15 раз позвонить, высказать, проверить, а лучше заказать несколько бочек вперед, чтобы привезли. Я здесь кайфую, а вот Саша напрягается. Каждый раз, когда мы перелетаем из аэропорта в аэропорт, первый вопрос, который Александр Львович задает мне, когда мы садимся в самолет, а топливо там есть? Я говорю, есть. А ты проверил? Я говорю, ну зачем проверять? Вот в программе написано, что оно есть, я могу тебе цену даже сказать. Он мне все равно не верит. Но топливо здесь есть, и оно есть на каждом аэродроме, и запрашивать это не нужно. Есть программа навигационная, по которой мы летаем, в ней есть даже цены на топливо, и нам, в принципе, не о чем беспокоиться, как правило. Причем, в отличие от наших аэродромов, ну, российских, я имею в виду, где нужно ждать, пока к тебе привезут бочку, которая должна пройти через какие-то там ворота, пропускную систему, тут на аэродроме живет бензовоз, хороший, со всеми авиационными фильтрами, который подъезжает, заправляет тут же кредитной карточкой, ты рассчитываешься, и все. Но! Отдам должное, в Беларуси за вот крайний год появились во всех областных аэропортах такие прицепы с очень красивыми бочками и со счетчиками, и там происходит примерно то же самое. Мы заправились только что в предыдущем аэропорту Кичикян, по-моему, что-то меньше, чем за 15 минут. Я даже не успел налить себе чашку какао, перекинуть файлы, и, как Саша сказал, что все готово, можем идти. По-моему, это был самый быстрый тернераунд, который мы сделали за всю историю, да? Аляска встретила нас номом. Ну, честно говоря, такой никакущий городишко. Довольно депрессивное впечатление производит. По количеству попавшихся нам спитых лиц, наверное, он лидирует. Гостиница, которую мы нашли и куда нас группа сопровождения из Минска заселила, да, как лучшую гостиницу, оказалась конкретным клоповником. Правда? Расположенным буквально в 20 метрах от прибоя Берингового моря. То есть ночью нам шумело море. В этом клоповнике мы с трудом нашли место, где мы могли бы перекусить, потому что мы с утра до вечера ничего не ели. Про стоимость клоповника, наверное, не будем упоминать, и про стоимость еды в этом клоповнике тоже. Но я могу сказать, что это превышает разумные цены, которые мы в среднем закладывали в бюджет, ну, раза в два. Ну и про алкоголь Саша сказал, я добавлю, действительно, вся эта история про то, что русские бухают, белорусы бухают, все наши там СССР бухают, не все так однозначно, бухают везде во всем мире. А в таких вот районах типа Нома, ну, мне кажется, там, я это все видел и в Шотландии, и в Норвегии, и в Исландии, и во всех других странах. Что, ну, депрессивненько. У нас есть недлинный списочек вопросов, которые мы хотим задать механику в техническом центре с Цесной, который мы наметили по дороге. Но эти вопросы такие рутинные, не радикальные. Отвечаю на этот вопрос. Пока за те 12-13 дней, которые мы летим, самые красивые ландшафты. После Беларуси, конечно. Невероятной красоты сочетание моря, вот эта вот западная часть североамериканского континента, это сочетание Тихого океана, очень изрезанного, невероятно изрезанного фьордами побережья, гористого такого, покрытого лесами. Внутри этих побережий, внутри этих гор,
прячется еще пресноводные озера, много островков, но что-то нереально. Норвегия отдыхает. Впечатление два. Вот за первый день, за вчерашний день на Аляске, потому что сегодня мы уже летим над Канадой. Сейчас мы летим над Канадой и уже подходим к Сиэтлу буквально через час 27. Аляску мы покинули на текущий момент. У меня впечатление три. Первое. Это безумное развитие авиации, даже круче, чем там во Флориде или в тех местах, где я летаю, потому что огромное количество летающих лодок, самолеты на поплавках, вертолеты. Летает все от маленьких Цессен старых и до там супербольших Де Хевилендов, которые берут на борт по 10 человек. Структура сумасшедшая. Аэродром, где мы сейчас только что заправлялись, имел классную длинную полосу, а буквально метров 250 от нее залив. Пока мы садились и взлетали на эту полосу, рядом по этому заливу со встречными курсами садились и взлетали гидросамолеты. Это считается их вторая полоса. Никто никому не мешает, все общаются на одной частоте, все друг другу рассказывают, кто где находится. Вообще все работает идеально, как часики. Мое самое яркое впечатление – это переход-перевал через Денали. Когда у нас гора Денали была с левой стороны, мы перевалились через перевал и сразу попали на ледник. Я вообще не ожидал от Аляски такого количества гор, ледников и всего остального, поэтому подтверждаю, что ландшафты безумные. Ну и третье – это люди, с кем общались. Вот про Хейди мы рассказали. Вообще все люди очень приятные. Мы сгоняли на великах пообедать, и там классно пообщались, и по дороге пообщались. Первое, что бросается в глаза пилотов, большое количество асфальтированных взлетно-посадочных полос. Их просто навалом. Вот в северной такой дикой части Аляски. Их очень много, они очень хорошо оборудованы. На всех этих аэродромах есть те сервисы, о которых только что говорили. Топливо, всякие брифинг-румы и так далее и тому подобное. Были немножко удивлены низкому уровню сервиса в Номе. Но из Нома мы перелетели в Талкитну. Это такой небольшой аэродром посреди Аляски. Замечательное, очень колоритное место. Мы уже рассказывали о пилоте-инструкторе Хайди, 83 года, которая поговорила с нами чуть-чуть, прыгнула в самолет и улетела со студента занятия. В принципе, очень такое какое-то приятное впечатление оставил этот аэродром и красивые вокруг места. Следующая точка у нас была Жуно. Жуно у нас был, пожалуй, самый живописный заход, могу я так сказать. В темное время суток в инструментальных приборных условиях обнаружили в этом Жуно. Это, кстати, столица штата Аляска. Мы обнаружили там достаточно приличный современный терминал, откуда мы минут 20 ехали до отеля, который мы заказали, который Андрей заказал по Booking.com, который должен был быть где-то прямо рядом с аэродромом, но ехали мы туда 20 минут, мы тут же легли спать, и утром, когда мы проснулись и сделали прогулку по этому городку, по Жуно, он оставил очень приятное впечатление, он расположен на таком фьорде, вокруг горы, и какое-то огромное, какое-то бесконечное количество летающих по этому фьорду гидросамолетов и вертолетов. У причальной стенки стояло 3 или 4 огромных круизных корабля, которые пришли, там вокруг Аляски есть круизы. Эти круизные корабли привезли туда несколько тысяч туристов, которые ломанулись поглощать, потреблять все развлечения, какие там только есть. В общем, это видно, что это основная статья доходов сейчас в Аляске. Я бы сказал, что они гораздо в более высоком темпе работают. Моментально выдают информацию, моментально ее принимают. Но я как человек, летающий в американском пространстве большую часть времени, для меня вообще российское пространство и белорусское было возвратом в шоковое состояние. Вот эти вот бесконечные расчеты точек, передача управления, отсутствие радарного контроля, отсутствие нормальной фразеологии. 150 тысяч лишних слов – это колоссальная разница по сравнению с тем, что есть в Америке. Честно признаюсь, я чувствую себя бомжом, потому что на сегодняшний день у нас нету места ночевки. Мы летим в город Сиэтл. Я надеюсь, что мы там что-нибудь найдем. Но в крайнем случае комнатку там на вокзале бабушка будет с табличкой сдавать. Аж все по плану.